Всем привет, дорогие друзья! Это канал Game World. Кажется, мне с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Rise of the Tomb Raider. Тихо, мужик, все хорошо. Умри, просто умри, мужик. Все хорошо, просто умри. Так. Они в воде, они там. Тихо. Нам нельзя палиться. Так, нам нельзя палиться. Один вон там находится, а другой вот здесь. Спать. Мужичка отправим. О, меня спалили. Тихо. Ты зря сюда пришел. Это мой район. Тихо. Ну-ка. Все, готов, мужик. Кажется, мне нужен еще сосуд. Да я знаю, что тебе нужен еще сосуд. Но там эти чуваки с греческим огнем. И противники, если честно, они покруче, чем вот эти лохопеды. Патроны для дробовика. Видимо, тут они готовили ингредиенты для греческого огня. Кажется, мне нужен еще сосуд. Ты задрала уже. Вот разработчики реально перегнули. Каждые 5 секунд говорить про сосуд. Я уже понял, я уже в курсе. Уже все в курсе. Сначала нужно найти сосуд греческим огнем. Я тебя сейчас ударю. Бог мой, ты меня достала. Я уже его нашел. Прикинь, он прямо вот в этой хрени. Стоп, я что-то там нашел. О, аварийный тайничок. Я сюда возвращаться точно не буду. Так, вон там наверху что-то есть. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Тяжелый случай. Тяжелый случай алкоголизма. Так. Так, вон сосуд. Все, довольно? Ему мешает эта фигня. Тогда вытащим. Все, расчистим. Нельзя приближать его к огню. Может прикрепить к чему-нибудь. Да, подожди. Жди. Еще. Все. Готово. Сработало. Теперь нужно его высвободить. Так, нам надо наверх залезть. Осталось только поджечь. Тихо. Монетки. One, two, three, four, five, six, seven. Все, готово. Статуя держалась на старых-старых промокших деревяшках. А теперь деревяшки загорелись. И мы сможем спокойно по статуе пророка забраться наверх. Ты уже все это сделала? Там ящик был. Я хотел в ящик залезть. Твою мать! О боже! Так, я... О, сосуды, я так и знал, что они взорвутся. Да уж. А я думал, армия бессмертных прям нам на пятки будет наступать. Но вы понимаете, о чем я. О, полегче. Так, давай на серединку. Они все равно нас не достанут. Я же прав? Да, я прав. Я всегда прав. Тихо, что нам делать? А... О, нет! Нет! Ух ты! Тихо. Давай, лезь. Блин, нас попали. Кстати, уже один раз точно. Давай, залазь, сказал. Не падать. Черт! Блин, ладно. Когда в тебя стреляют, это чуточку посложнее, потому что ты все равно знаешь, что они не попадут. Давай.
О, стрелы, а нет, попадают, смотрите. Ну. Почти. Уже почти. Да заткнись ты, давай, полезли. Давай, давай, давай. Все, готово. Беги, беги, беги. Твою мать. А чёрт. О. Побег из архива. Вернуться в долину. Серьезно? Так легко? А, вот! Мы здесь были. Я выбралась. Слава богу, Лара. Ты жива-здорова. Принеси атлас в нашу обсерваторию в горах. Шаровы... Хорошо. Вот, смотрите. Широкие верхолазные стрелы нужны, чтобы вот туда залезть. Видите? То есть здесь просто так... Инструментов здесь, короче, тьма. Вообще просто тьмище. Я даже не знаю, сколько штук конкретно. Ух ты. А, подождите, я не был здесь? Или был? Нет, стоп. Нет, я не был здесь. Но у меня дыхательный аппарат, так что чем мне париться? Или я был здесь? Жалко, что вот с бессмертными войнами не получилось смахнуться. Я бы смахнулся. Реально. Мне просто интересно. Ну да, бессмертные, бессмертными. Просто в предыдущей части мы махались с этими бессмертными. Там были какие-то рыцари. Вот, и мы с ними сражались. То есть был махач. Они были серьезными противниками, я бы даже сказал. А здесь как-то туповато. Да, то есть мы не видели их ни разу. Да, видели издалека. Так, стоп, монетки. Ух ты. Опа, сундук с модификациями. Куча свитков. Так, детали для автоматического дробовика. Так началось строительство великого города Китежа. Угу, немножко греческого. Я так понимаю, мы отсюда даже если выберемся... Лара! Лара, ты все еще там? А что? Иона, это ты? Птенчик, ты жива, я так и знал. Это кто? Боже мой. А, это Нига. Иона, что ты тут делаешь? Где ты? Я тут наверху, в какой-то крепости. Скажи спасибо Якову. Его люди нашли меня полумертвым. Подумать только, ты пришел за мной. Красава, мужик. А чего удивительного? Я же обещал о тебе заботиться. Правильно, мужик. Я не мог бросить тебя здесь одну. Держи свое слово. Поднимаюсь к тебе. Не вздумай оттуда уйти. Я и не собирался. Ты там поосторожней. Да ты чё, серьезно что ли? А я-то чем тут занимаюсь? Все, 200 опыта. Так, тихо. Повезло тебе, мужик, я тебе уже в голову целился. Легко теперь будет все время. Да. Еще немножко греческого. У нас теперь все более-менее легко стало из-за этого языка, из-за вот этого языка, скажешь, из-за этой кошки. А, вот, кстати, чтобы заполучить ту фигню, нам нужны стрелы крутые. Так что не все так просто, как кажется на первый взгляд. А там вон еще что-то есть. Тихо. Нет, так мы не залезем. А как нам тогда залезть? Стоп. А, понятно. Нам надо теперь вон туда попасть. А, ладно, фиг с ним. Мы не пойдем пока что туда. Пойдемте, вернемся. К нашим. Пойдем пока по сюжету. Пока нам не скажут, что это последнее задание, все дела. Вот, тогда уже будем думать о том, чтобы полутать все, что тут есть. О, кстати, там гробница была, а тут был закрыт проход вроде. А, нет, до закрытого прохода еще далеко. Да-да-да-да, вот, все, вот тут закрытый проход был. Это обсерватория. Интересно. А я думал, что это за гробница. Кто-то еще нападает на бандитов Троицы в соборе.
Бессмертные? Вот, дыхание смерти. О которых говорила София? Если так, то что им нужно? Как? Столько вопросов. Так, у нас на урон нужно масло. Есть и радостные вести. Болты. И он жив. Так я и знала, что он придет меня искать. Нига жив. Слава Нига тебя богу, нашел. Что люди Якова нашли его раньше троицы. Да, радуйся. Мне бы меньше всего хотела, чтобы из-за меня он оказался в опасности. Все, хватит балаболить. Но должна признать. Что ты хочешь там признать-то, а? Ты болтаешь, болтаешь, болтаешь. Все время от тебя только болтовня. Не-не-не-не-не. Так, стоп. Там парочка тайников рядом находится. Так, давайте-ка их залутаем. Я тут один пробежал, кстати. Да, грузы надо залутать, потому что, во-первых, там могут быть ценные ресурсы. Да-да-да, шкуры и легендарная шкура. А во-вторых, здесь нам нужны все вещи. Так, там они что-то молятся чему-то. Агиос Атанатос. А, могилка. Агиос Отеус. Агиос Профетес. Агиос Атанатос. А, в центр надо попасть? Элисиум Имас. Все, три есть. Да уходи давай, мы не будем помогать им. Мы им и так уже помогли, как могли. Так, мы еще рации... Ой, у нас тут заданий побочных вообще тьмища. Рации найти. Так, стоп. Ага. Смотрите, какая скорострельность у нашего Калашникова. Рукоять древнего кинжала. Он больше похож на какой-то костяной кусок хрени. Ой, солнце. Ужасно выглядишь. О, йоу, Нига. Ужасно. Чувак, ты в куртке. Радостно. Я была права, Иона. И отец был прав. Святой источник существует. Жаль, что его нет здесь с нами. Он бы тобой гордился. Само собой. Софья рассказала, как ты им помогла. Лара, Софья, рада тебя видеть. Яков дожидается тебя в обсерватории. Обсерватория, вот она. А, в древности была обсерватория. А, ну да, была. Все правильно. Ты все-таки его нашла? Нет, я просто так сюда пришел. Строители Китежа были искусными мастерами. Здесь они сверялись с Атласом. Да, странно, да? Дырка в потолке, цепи и какая-то хрень. Иона, потяни-ка за цепи. Есть. А, все понятно. Сейчас он поднимется к солнцу, и карта покажется на полу. Гениально. Красавцы. Сейчас он даже, я больше скажу, он закроет дырку в потолке. Да. И вся, весь пол будет картой. Все, держать надо или он... О, да. Невероятно. Только ни хрена не понятно. Наверное, они использовали его, чтобы проектировать город. Типа древние чертежи. Вот именно. Все исходит из этой точки. Значит, центр города находится под озером. Но что-то тут не так. Собор, в котором находился Атлас, он был не на той стороне карты. Поворачивай. Офигеть. Стоп. Вот оно. Китеж не под озером. Он под ледником. Наверное, святой источник там. И как нам пробиться сквозь лед? Взорвемся. Погоди. Этот путь, он ведет в город. Собор находится там, а башня на другой стороне. Это значит, что вход в Китеж должен быть здесь. Вход в Китеж находится здесь. В обсерватории. И он знает, где. Ты Яков. Знал. О-оу.
валим, валим. О, зацепилась. А хрен с ним, они все равно не узнают, где. Ну-ка, дай ему пинка. Пошел вон. Давай, Нига, спасай нас. О, черт. Ты что делаешь-то? Ну ладно, фиг с ним. А все равно без... Нормальный, Нигера мы спасем, я уверен. А, или он сдохнет. Ну, тут два варианта. Так, а Яков где? Лара. Яков сдох или его камни придавило? Нет. Блин, я пропустил. А, фиг с ним. Так, вот это пропускать нельзя. А так хочется. Все равно, как они? Ну да, ну, они не получат святой источник, если... Как они проберутся через гору? Ну, можно, в принципе, все нахрен расстрелять, но потом искать под завалами. Слишком много геморроя. Если Иона еще жив, то его наверняка держат в бывшем советском лагере. Как бы мне ни претила сама мысль туда возвращаться, я не могу оставить его на растерзании Троицы. Я не хочу туда возвращаться. Это уродское место. Иона, держись. Офигеть! Софья, ты там? Лара, ты цела? Тихо. Да, я возле старого медиплавильного завода, что над лагерем. Пойду за... А, мы были здесь? Я знаю это место. Там неподалеку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали Троицу. Ух ты. Оружие тебе пригодится. Мы сейчас... Спасибо, Софья. Мы сейчас увидимся, получим этот... копья. Я уверен, что мы сейчас копья получим. Ну, точнее, толстые стрелы, или как они там называются. Давай, давай, давай. Пусть это будет то, что я хочу. Стрелы, стрелы, стрелы. Широкие верхолазные стрелы. Да. Все. Я получил, что хотел. Лара. Стоп. А, стоп. Левая кнопка мыши. Сейчас я скрафчу себе огня. А, стоп. Ну, все правильно. Стоп, а! Все ясно. Ха-ха! Слушайте, а класс. Так, тут СССРовская звезда. Почему ты так не любишь русских? Злая ты женщина. Так, я надеюсь, я там ничего не пропустил. Или пропустил. Да, пропустил, блин. А, ладно, стрелы все равно остались в этой фигне. Так что мы все равно пролезем по ним. Так, карту немного обновим сейчас. Так, и что там? О, да, детка, да, 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 в лагерь. А зачем нам так? Мы можем туда телепортироваться. Нам бы несгораемый ящик добыть. Нам надо добыть несгораемый ящик себе. В любом случае. Потому что он нам прям катастрофически нужен. Прям реально катастрофически, потому что там будет деталь. Возможно, пистолета, либо лука. Да-да-да-да-да. Что-то мы едем только очень долго. И опять. А ускорения нет никакого? Так, ящик находится внизу. Да-да-да, нам надо сейчас спуститься вниз. Я понимаю, что нам нужно Иону спасти, все дела, да? Но нам... Вот уроды, а. А, ладно, хрен с ними. Да, хрен с ними. Ты что делаешь? Как ты сдохла-то? Вот что сейчас было. Кто-нибудь объяснит мне? Как так? Подожди.
Смотрите, а мы с фонариком бегаем. Тихо, надо еще подкачать. А может еще? Нет, больше не надо? Ладно. Пойдемте, заберемся. Нам надо взорвать там одно место. Блин. А, ладно, фиг с ним. Сейчас по дереву заберемся и... Так, один. Один. Во, взрывные стрелы. Я думаю, мы вряд ли спалимся. Потому что, ну, смысл нам уже палиться. А, да. Твою мать, что это было? Так. Здесь, само собой, несгораемый ящик, за которым я пришел. А, дробовик разблокирован. Так, сейчас мы у какого-нибудь костра его проверим. Да, активируйся. Блин, вот с Q, конечно, немного затратно. Не затратно, а проблемно. Так, нам надо добраться до ближайшего лагеря. О, ближайший лагерь у нас там. А, в любом случае до него идти. Хотя, погодите. Если получится каким-то чудом. Я не хочу, просто там толпа солдат, да, и через них идти не хочется. Если получится сейчас как-то вот на эту хрень залезть. Да, получится, получится. Все, в принципе, хорошо. Да, и все, я даже париться не буду. Ну... Ты... Вот ты тупая овца. Ну, мы получили несгораемый ящик, ладно. Смерть подряд, ну что за дела-то? Так, как-то она не так все делает. Типа вот тут использовать верхолазные стрелы. А, нет, здесь. Здесь просто. Здесь просто надо залезть наверх. Надвигается боль. Так, продолжаем. Вы видите то же самое, что и я, да? Это один из этих. Как они называются-то? Один из флагов. Во. Шестой из семи. А седьмой где-то внизу. Либо на базе. На базе, точнее, да, точно. Я вспомнил, он на базе находится. Кстати, у нас есть денежки, может, что-то сейчас купим. А, нет, вот флаг. Да ладно. Я вот его не заметил. Как так-то? Все. Давайте, пока не ушли. А сколько у нас? У нас хватает денег на подствольный гранатомет. Да-да-да-да-да. Сейчас начнется веселье. Знаю я, не учи меня, щенок. У нас, конечно, не хватит. Да, у нас все, больше ничего нету. Костюм нам не нужен. И почему-то ей опять холодно. Так, оружие. Я знаю, что мало рассказывал тебе о матери, Лара. Но пока она была с нами, она тебя обожала. Ой, хватит. Мы втроем были так счастливы. Мне надоел уже, мужик. А когда ее не стало... Гранаты прокачаемся. Мое сердце разбилось. И пойдемте за Ионой. Так, у нас, в принципе, два варианта, да. Все, идеально. Так. Это на для плана побега. Так. Лара. Еще немного. О, это его записи. Так, здесь, смотрю, лопата есть. И пистолет разблокирован. А фиг с ним. Ничего с нами не случится. Давайте посмотрим, что у нас новенького. У нас новое оружие, у нас новый дробовик. Так, тяжелый пистолет. Где он? Стоп. А, лунный... Вот, тяжелый пистолет. Так, да, детка. Так, и у нас новый дробовичок. Он помощнее, кстати. Выбираем его. И смотрим, что... Так, что у него там? Огненные патроны. Вот этот нам нужен автоматический дробовик. С ним-то мы вообще будем разгуляемся. Так, ну здесь мы можем спокойно залезть по стрелам.
И все. Так, вы готовы, дети? О, какая прям... красота-то какая. Но автомат у нас, конечно, покруче. Так, я так понимаю, подствольный средняя кнопка мыши. Да. Было дело у нас. Использовали мы в предыдущей части подствольные гранатометы. Ты чё? Надо где-то укрыться. А знаешь, что самое ужасное? Ты идешь медленно. Это прям самое ужасное. Да ладно, ты прошла 30 метров, блин, от костра. Да, но вот этот костюм дает ей способность при стрельбе нельзя иногда не тратить пули, папа, и стрелы. О, нет, только не... Меня не было рядом, когда ты во мне так нуждался. Бред вот это, только не это. Прости. Я им докажу, что ты с самого начала был прав. Что ты искал истину. Да-да-да. А не верил в сказки. Отец, я все исправлю. Я интересно, обещаю. А что в этой части сделали, Лара, за святой источник? Пора. О, вот его тупая тварь. Предатель. Крыса, которую мы подстрелили. Жаль, не завалили. Иона. Ты что, серьезно? Я не знаю, ты могла уже 100 раз отогреться у костра, если честно. Так, ладно, продолжаем. Нам надо еще гробниц парочку открыть. А здесь с помощью крюка. Смотрите-ка. А, я пойду поверху. Я сказал... О, бесит. Я сказал, что я пойду поверху. А вместо этого пришлось пойти понизу. Слушайте, крюк реально классная штука. Но вот так мы лезем намного быстрее. Так, да, тут можно было. Да, тут, в принципе, ничего мы не пропустили. Так, что же здесь будет? Мне прям интересно. Лук реально кровавая смерть, или как он там называется, реально крутой. Так. Давай, давай. Так, главное не пропустить монетки. А нам такое чувство, что нам придется отсюда сваливать. Потому что я смотрю, там эти всякие... с помощью крюка вылазить. В погоне за Троицей. Идите по тропе... Так, София до базы Троицы. София? А, это тропа София. Понятно. Ты что делаешь-то, идиотина? Давай, давай, цепляйся. Издевается. И он где-то там, наверху. Чё, сейчас телепортнемся туда, что ли? Невероятно. Святой источник. Он в центре старого города, погребен подо льдом. Как они узнали? Я отдам приказ землекопам и подготовлю транспорт. В архиве наши бойцы столкнулись с бессмертными. Будет нелегко, брат. А, это ее брат! Путь праведников должен быть легким. Я думал, это любовники. Бойцы знают, что их ждет? Нет. Но они готовы сражаться и погибать ради нашей цели. Нет, не готовы. Это все, что от них нужно. Я одного убивал, он сказал, зачем мне? Константин, сейчас, когда мы так близки к цели... Мы еще Костик. Только начали. Смотрите, у него подствольный гранатомет. Боюсь, Троица нас просто использует. Синего цвета. Что, если тебе не позволят оставить источник? Надо приготовиться... Нет. Что значит не позволят? Надо верить. Само собой, нет. Меня выбрала не Троица. Когда я завладею источником, о них можно будет забыть. Ну, само собой, бессмертным станешь. Я поведу армию бессмертных божьих воинов. А ты... Исцелишься. Ты будешь жить. То есть все это ради вот этой тупой овцы и армии бессмертных? Ой, блин, бред. Так. Константин, заключенный очнулся и готов к допросу. Сейчас я тебе дам. Уже иду.
Давайте Константина убьем. Блин, реально, взять и просто и пристрелить Константина. Ну, вот этого. Костика. И все, и в принципе проблем не будет. Тихо, это белочка. А чё? Ну, кроме стрелы ничего не вернули. Стоп. Что-то тут не так. Растяжка, стой! А, это следы шин. Или когтей. Смотрите, олень. Но мне кажется, здесь будет кто-то покруче. А, волки. Я возьму автомат. Я не доверяю местной фауне. А шкуры, кстати, нам нужны. Вроде все спокойно, но смотрите в оба. Что, ожидаются гости? Крофт может попытаться освободить пленник. Нам приказано быть настороже. Почему бы его не убить? А? Похоже. Покажи. Да ё-моё. Блин, три выстрела в никуда просто. Так, здесь что-то есть. Скрафтим себе немножко стрел, потому что мы немного накосили. Так, это можно все взорвать. Зачем-то? Хм, давайте взорвем. Ух ты! Испытание! Выжженная земля? Серьезно? А, уничтожить грузовики? Ну, грузовики, кстати... Выжжена земля. Но это мы, кстати, не пропустим. Ну, потому что, как бы сказать, да, трудно пропустить гигантский грузовик. Тихо. Грузовик был перегружен. Мост не выдержал. Да тут все разваливается, только докладывайся. Будем докладывать? Без толку. Все собираются готовиться переезжать. Хорошо. Мы хоть нашли... Я схожу проверю. Сейчас вернусь. Осторожно. Все. Всех мы убили. Надеюсь, что да. Я специально так спрыгнул. Чтобы облутать вот этих ребят. Патроном у нас все достойно. А вот... Да, по патронам у нас все хорошо. Тихо, а тут что-то было. А! Можем наверх залезть. Но здесь смысла я... А, это для стрел как раз. Ну, наверх мы не полезем, потому что зачем нам... Ты впервые работаешь на Троице? Нет, я помогал зачистить остров после побега этой крови. Прикрываю окно! Только ты и я. А больше тут и никого и нету. Я всех остальных убил. Так, немножко боеприпасов. Прям совсем немножко. Стоп. Да, походу. Все, этого хватит. Объясню, почему этого хватит. Потому что дальше мы просто в один прыжок. А что там случилось? Мост обрушился. Похоже, придется вывозить оставшийся... На нас напали! Да все, хватит, никто на вас не напал. Да, хотя я думаю, что если бы уровень сложности был максимальный, мы бы здесь выхватывали. То есть противников было бы тьмище. Стоп, а где мы вообще бегаем-то, блин? Че это за территория? А, это как раз бензовозы. Ничего это не было, расслабься. Мужичок с ноготок. Хе-хе. Так, два мы взорвали. А чё, никто не прибежит, что ли?
Так, какой-то мост, они сказали, развалился. Походу, вот этот вот. Так, и нам надо найти оставшихся и добить. Да, она на картах до сих пор бегает, значит, противник где-то рядом. Либо она просто замерзла. А вот и противник. Стоп. Там кто-то есть! Ни хрена себе. А, это я так прокачал его? Класс. Нет, реально классно. Так, а это что такое? А, это рация. Просто она из земли торчит, как будто это взрывчатка. Заберем себе стрелы. Так, и вот здесь надо облутать, ребят. Все, пошли отсюда. Побыстрее надо сваливать. Заяц нам нужен. Это опыт и шкура. Да, шкуры нам нужны. Так, теперь нам надо... А, кстати, СССР, блин. Старая советская табличка. Так, а здесь нам... О, а я думал, мы сейчас будем лезть... Так, ладно. Вот и лагерь. Нифига себе, а он больше. А он больше, чем тот, из которого мы бежали. Так, одно очко навыков давайте вкачаем вот сюда. Последнее. Да. Лазение с помощью стрел. А здесь нам надо прокачать себе дробаш. Дробаш надо прокачать. Так, скорость заряжения, блин. И скорость заряжания. Заражение, блин. Так, что у нас тут? О, контейнер. Еще 35 опыта. Это печать для официальных писем Троиц. Ух ты, интересно. О, палатки военных. Классные палатки. Палатки реально классные. Тихо. Надо выплыть где-то в другом месте. Супер. Так. Чё? Реально? Двое в таком гигантском лагере? А, они с аквалангами ныряли. А для чего тогда вот эта вот хрень? Не, ну это хрень нет. Нет, я реально не знаю для чего. Но это на палатку похоже. Так, тут акваланг. И, возможно, деталь от какого-то ствола. Деталь автоматического дробовика. Есть, 3 из 4. Еще одна деталь и все. И у нас будет автоматический дробаш. Константином в Сирии. Да, дела пошли наперекосяк. Крофт. Константин не ожидал ее. Пойдем вместе с остальными. Пока нет. Главное, не спи в дозоре. И вообще, смотри в оба. Кстати, эта кровь все еще на свободе. Она еще нужна им живой. Что же они ее не убили, когда была возможность? Она ведь нам пригодилась. Привела нас сюда. Помоги ко мне. Так, спрячемся. Обыскать местность. Ага. Покончили. А где трупы-то твоих друзей? А, вот они. А, ну смотрите, она уже спокойно бегает. Значит, мы всех завалили. Да, тут был-то всего пара человек. Стрелы. Так, и остался, кстати, один грузовик, который надо взорвать. Так, здесь еще трупак одного уродца. Мы ничего не пропускаем? Да вроде нет. А если пропускаем, то вряд ли уже. Мы целый грузовик пропустили. Хрена себе. Только я мог умудриться и пропустить целый грузовик где-то. Либо он будет внутри этой гребаной обсерватории.
Вот это обсерватория, да. А не то, что вот мы были. Просто дырка в потолке. Так, вот еще какой-то контейнер. Подвеска. Точнее, современный реликварий. Внутри маленькая человеческая кость. Ой, какая ужас. Человеческие кости носить на шее — это уже перебор, реально. Так, аудиозапись. Мы стоим на пороге нового мира. Ой, опять там про меня рассказывают. Вот он любит, что ли? Прям вот любовь у мужика ко мне. Клари, точнее, Клари Крофт, да. Не будем забывать, что это игра. Так, ладно, мы пойдем туда уже в следующей серии, потому что время этой серии подошло к концу. Винтовочный патрон, но необычный. О, он с гравировочкой, класс. Так, ладно, давайте пока что на этом остановимся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока!